Но матч сегодняшний, как и все для нас, очень тяжелый, потому что там, не в первый раз говорю, что наши ребята это 18-20 лет. В основном играем против команд, которые старше. Соответственно, опытнее, да, соответственно, где-то мудрее. Вот. Но радует опять, что все-таки мы не уступаем явно. Поэтому игра сегодня была открытая, игра сегодня была, я думаю, интересная. Моменты были у нас и у соперника. Но над чем нам надо работать? То есть, если есть у каждого талант там разный, например, из наших ребят, да, мастерство, но когда талант, он либо есть, либо нет, либо он есть такой, какой он есть. Вот, а мастерство, в мастерстве мы оказались сегодня послабее. Вот, а мастерство можно улучшать за счет тренировок, за счет количества повторений. Это вот что нужно ребятам понять и над чем нужно работать. Продолжать усиленно. Потому что ошибались мы в простых ситуациях опять, ну, намного больше соперников получали быстрые атаки на этом. Где-то мы играли, может быть, и невнимательно, получив два гола со стандарта. Но опять повторюсь, что мастерство – это за счет повторения эту вещь можно улучшать, что нам нужно делать. Вот, потому что и момент у нас были, надо исполнять, хорошие были, да, где-то в передаче чуть ошибки, где-то в потере ненужные. А так в целом расстроенные. Ну, сегодня простраиваемся, завтра чуть-чуть, что положительного результата не было. Я думаю, могли мы вести, может быть, победу мы не заслужили сегодня, а не проиграть могли. Ну, ничего страшного, это опять опыт для ребят, для наших, поэтому сейчас будем восстанавливаться, хотя после поражений восстанавливаться немножко тяжелее и грустнее, вот, но будем работать. Мы смотрели игры, и в два нападающих играли, но у нас сюрпризом ничего не может быть, потому что мы, в принципе, наша команда знает, как играть против одного нападающего, как играть против двух, как себя должен вести опорный полузащитник, поэтому даже если, ну, сюрприз, вообще не должно ничего быть сюрпризом, потому что мы, в общем-то, работаем над тем, чтобы ребята на позиции, каждый должен знать, что делать. Во всех играх у нас много потерь, ну, необоснованных, когда мы не обостряем игру, а, ну, когда ты отдаешь, там можно ошибаться, впереди ты играешь, да, рискуешь где-то, а в простых ситуациях это на своей половине, в центре поля. Вот, и мастерство, когда хороший момент был у нас, мы могли сравнять 3-3, сделать с линии штрафной, мы бьем во вторую. Вот, но это не претензии, мы претензии не предъявляем никому, мы должны знать ошибки свои, должны знать, над чем работать и продолжать работать. Ну, сложно, все-таки у нас надо понимать, что у нас ребята 95-97 год рождения, и понятно, что играя против, ну, в этой зоне, ну, в зоне против более опытных команд, нам, конечно, в долгую тяжеловато, потому что вот такие игры, понятно, что нужно вырывать, да, пока мы не готовы для этого, пока такие игры мы проигрываем. Вот, поэтому ставить какие-то задачи, ну, наверное, рано, потому что в возрасте 18-20, наверное, решить задачу занять первое место в этой зоне, наверное, сложно. Поэтому мы, ну, игра прошла, разобрали ошибки, поработали, следующая игра. То есть мы так живем от игры к игре, а дальше, ну, посмотрим.